қайырлы таң, құрметті телекөрермендер. Әрбір атқан таңнан жақсылық күткен ағайын, біз сіздермен тікелей эфирдегі жұмысымызды бастаймыз. Доброе утро, дорогие телезрители! Здравствуй, Кокшетау! В эфире передача Кокшен-Оре, и сегодня этот день вместе с вами встречаем я, Иван Дубейко, и моя дорогая соведущая Балоуса Жаксыбай. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Тікелей эфирде жұмыс жасап жатқанымызды тағы да естеріңізге сала кетейік. Құрметті телекөрермендер, алдағы бір жарым сағатта сіздерге танымдық көптеген пайдалы ақпараттарды беретін боламыз, сондықтан да арнадан алыстамаңыздар. Номер студии 25-25-05. Звоните к нам, задавайте свои вопросы нашим будущим гостям, делитесь своим настроением вместе с нами. Ну а сейчас, Балуса, прежде чем мы начнем нашу программу, по традиции послушаем музыку. Біздің арна ұсынған әсем әнмен бірге оянып, бой жасыңыздар. Арнаға енді ғана қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Құрметті телекөрермендер, біз бүгінгі тікелей эфирдегі шығарылымды кикбоксингқа арнап отырмыз. Спорттың ең әдемі түрлерінің бірі болып саналатын бұл спорт түрінің спортсмендері бізде бүгін қонақта болатын болады. Сондықтан да құрметті телекөрермендер, алдағы уақытта меймандарымызға сауалдарыңызды қойып, және де олармен өткізген әдемі сұхбатымызға куә бола аласыздар. Және де кез келген спорт түрінде өзіндік бір ережелері бар, иә? Ал таңғы жаттығудың ережелерін менің әріптесім сіздерге айтып өткісі келіп отыр. Действительно, весьма интересный вопрос, но основные правила проведения утренней зарядки – это, конечно же, последовательность выполнения тех или иных упражнений, это, конечно же, периодичность
как раз-таки в их проведении, то есть обязательно нужно каждый день вставать вовремя, в одно и то же время проводить упражнения, можно и разных комплексов, можно даже одинаковые, но самое главное соблюдать именно последовательность, правильно разминаться, именно начиная с головы и заканчивая суставом голеностопа. Но более подробнее о том, как правильно нужно разминаться по утрам, нам расскажут в нашей следующей рубрике. Доброе утро, меня зовут Ксения, я инструктор по фитнесу, и сегодня у нас разминка с гантелями. Шагом марш. Марш. 4, 3, 2, 1. Делаем вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Марш. 4, 3, 2. Степ-тач. Вправо. 4, 3. Еще 2, 1. Захлёст на каждый счет. Захлёст. 4, 3, 2. Степ-тач. Еще степ-тач. 4, 3, 2, 1. Руки на пояс. 4, 3. Осталось 2, 1. Open step. Вправо. 4, 3. Еще 2, 1. Добавили руку в сторону. В сторону. 4, 3. Еще 2, 1. Рука наверх. Вверх. Вверх. 4, 3, 2, 1. Руки перед собой. Разворот корпуса вправо. 4, 3, 2, 1. Собрали ноги, перешли на марш. Делаем вдох, выдох, еще вдох, выдох. Берем гантели, ноги на ширине плеч, разводим руки в сторону. На 2 счета в сторону, 2, вниз, 2, наверх, 2, вниз, еще 2. На каждый счет, 8, 7, еще 6, 5, 4, 3. Осталось 2, 1, 3, пружина. 3, 2, 1, вниз. 3, 2, 1, на каждый счет. 8, 7, 6. Еще 5, 4, 3. Осталось 2, 1, наверху пружина. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили руки вниз, завели перед собой. Вперед. 2. Вперед. 2. Вниз. На 2 счета наверх. На 2 счета вниз. Последний раз. На каждый счет. 8, 7. Осталось 6, 5, 4. 3, 2, 1. 3 качаем. 3, 2, 1. Вниз. 3, 2, 1. Последний раз. На каждый счет. Еще 4, 3. Осталось 2, 1. Наверху пружина. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили руки вниз, присед. 2, вниз, 2, наверх. На 2 счета вниз, на 2 счета наверх. Еще. На каждый счет вниз, наверх. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, 3, качаем. 3, 2, 1, наверх. 3, 2, 1, еще 2, 3, 2, 1. Последний раз.
На каждый счет. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Внизу пружина. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Наверх выросли, убираем гантели. Ноги ставим шире, делаем вдох, выдох. Еще один вдох. И выдох, ушли вниз, перешли в правую сторону, ушли влево. Центр, обхватили ноги руками, потянулись вперед. Ладони вниз, аккуратно собрали ноги вместе. И начиная от поясницы, медленно раскручиваем позвоночник наверх. Плечи заводим назад. 1, 2, 3. Шире шаг. Правая рука в сторону, левая рука в сторону. Красиво встали, себе похлопали. Молодцы. Я құрметті телекөрермендер, таңғы жаттығу жасап, бой жазып алдық. Ендігі кезекте алдағы жұмыс күніне дайынбыз деп ойлаймын. Олай болса, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін 25 ақпан, және де дәл осы күн, Иван, сен үшін қандай оқиғалар мен есте қалды? Ну, во-первых, 25 февраля ознаменовано началом последней недели зимы. Да. Очень скоро весна, скоро будет тепло, солнечно, ясно, и, конечно же, будет нам постоянно сопутствовать хорошее и отличное настроение нам и нашим дорогим телезрителям. Но еще, конечно же, 25 февраля родился один очень хороший человек. Знаешь, кто? Кто же? Я. Шынымен де біз әріптесіміздің туған күнімен құттықтағымыз келіп отыр, құрметті телекөрермендер. Шығармашылық ұжымның атынан барлығымыз әріптесіміз Иванды туған күнімен құттықтаймыз. Және де осы күнгі дата жайында сөз қозғағаннан кейін біздің арнайы айдарымызда бар. Дәл осы күні атаулы оқиғалар мен есте қалған даталар жайында айтатын арнайы айдарға кезек берейік. Ну и далее в программе наша самая историческая рубрика. Куэйт мемлекетінің ұлттық мерекесі тәуелсіздік күні дәл осы күні аталып өтіледі. 1961 жылы ақпанның 25-сінде Куэйт әмірі Абдалла ас-Салем ас-Сабахты таққа отырғызудың құрметіне белгіленген. Филиппинда революция күні. Бұл күн 1986 жылдың ақпан айындағы Фердинанд Маркостың диктаторлық режимін құлатудан бастау алатын тарихи күн. 106 жыл бұрын әнші, Қазақстанның халық әртісі Кәукен Кенжетайұлы Кенжетаев дүниеге келді. Мәуліт ән-Нәби, пайғамбарымыз Мұхаммедтің туған күні Рабиуль Ауал айының 12-ші күнінде атап өтіледі. Суринамдегі революция күні дәл осы күні аталып өтіледі. Бұл мереке күнтізбеде 1980 жылы елдегі әскери төңкерістен кейін пайда болды. Сондай-ақ Грузияда кеңес басқыншылығының күні, кеңес әскерінің Грузия астанасы Тбилисиге басып кірген күн. 1921 жылдың 25 ақпанында кеңестік әскердің жеңісінен кейін Грузия Кеңестік Социалистік Республикасы болып жарияланды. Венгриядағы коммунистік режимнің құрбандарын еске алу күні. Бұл 1947 жылдың 25 ақпанында шағын қожайындардың тәуелсіз партиясының жетекшісі Бела Ковач заңсыз қамауға алынып, КСРО-ға депортацияланған күнгі оқиғаны еске алуға арналып белгіленген. Дорогие телезрители, эфир утренней программы Кокшен РЭ продолжается. С вами Иван Дубейко и Баоса Жаксабай. Баоса, скажи, пожалуйста, когда-нибудь ли ты занималась бойцовскими видами спорта? Біздің бүгінгі эфиріміздің шығарылымының тақырбына сай сұрақ қойып отқан шығарсын деп ойлаймын. Себебі кикбоксингтің өзі қол-аяқпен ұрудан тұратын спорттың түрі, е? Жақында енді бізде шығармашылық жұмыс болғандықтан өзім тайквондо жаттықтырушы рөлінде өзімді байқап көрдім. Әрине, оңай емес, бірақ бір соққаннан жаңағы тақтайшаны аяқпен соғып бір ұрғаным бар. Доска, наверное, подпилена была. Ну уж нет. Нет, ну она отлично-отлично была, действительно. Очень-то у нас такая сильная ведущая. Ну что ж, дорогие телезрители, буквально через несколько минут после музыкальной паузы мы познакомимся с спортсменами нашего региона и проведем с ними очень увлекательную беседу. Не переключайтесь.
Узақта бұрын соң алыс, болайық жақыннан таныс. Әуенгер қалып бірге, ортада билейік вальс. Хор қызы секілді бейне, отырсың көңілді күйде. Қолымды ұсынып саған, келіңіз шақырам биге. Иығымда қолдарын сенің, қолымда нәп-нәзік менің. Қанекей суретке сүрші, бақытты сәтімді менің. Сан қиды сенен, өзімді ұстадым әрен. Ішімнен тіледім үнсіз, бітпесе екен деп әуен. Иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп-нәзік менің. Қанеке суретке сүрші, бақытты сәтімді менің. Иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп-нәзік белің. Қанекей суретке түсір, бақытты сәтімді Қысынан енді ғана ойынған көрімендерге қайырлы таң дейміз, құрметті телекөрімендер. Көкше арнасының тікелей эфирінде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы өздеріңізден бірге арғара жұмысын жалғастырады. Байланыс нөміріміз 25-25-05. Біздің студиямыздың меймандарына қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Не болмаса, бөлсер ойларыңыз болса, тағы да күтеміз. Ну и сегодня у нас в гостях президент Федерации кикбоксинга Александр Герасимов, а также спортсменка нашего региона Алина Кирьянова. Итак, доброе утро, добро пожаловать к нам в студию. Как ваше настроение? Нормально. Итак, начнем издалека. Расскажите нам, пожалуйста, что такое вообще кикбоксинг, что он из себя представляет как вид спорта? Кикбоксинг – это основа бокса и карате. Вот в Америке зародилось, все соединили и получился кикбоксинг. Насколько нам известно, есть и разновидности, да, и японский кикбоксинг, американский. Ну, в основном сейчас все работают по ВАК, Всемирная организация кикбоксинга. Ну, там в каждом виде спорта есть свое разделение, как кюкишин, кан, кюкиша, кюкишин, кан, карате, вот это подразделение. А мы вот чисто по-своему, по ВАК мы работаем, весь Казахстан, мы как бы стремимся. В России там... Помимо кикбоксинга, там у них лайт-контакт, семи-контакт, фулл. А мы работаем чисто К1 и фулл-контакт с лоу-киком. Отлично. Алина, расскажите нам, пожалуйста, как давно вы занимаетесь этим видом спорта? 2 месяца. Уже всего на протяжении 2 месяца, да? Ага. А что сподвигло вас пойти именно в эту сферу? Туда одноклассники ходят. Интересно стало, интерес. И как, уже сейчас получается что-то? Да. Ага. И какие уже на ближайшее время новые соревнования какие-нибудь намечаются? Чемпионат Казахстана. Уже именно к чемпионату, да. Готовитесь.
А вот на первый взгляд, как уже новичок, да, в этом виде спорта, как вы можете оценить этот вид спорта именно для себя? Что в нем самое сложное, что интересное? Интересно все. Познавать. Угу. Узнавать что-то новое. Интересно. Угу. Отлично, Александр Александрович, расскажите нам, пожалуйста, как в Акмолинской области сейчас обстоят дела с кикбоксингом? Сейчас кикбоксинг развивается хорошим темпом. Сейчас открыли филиалы в Атбасаре, в городе Щучинске. 3 тренера поставили. Сейчас в области более 400 спортсменов тренируются. Сейчас вот будем подготавливаться и будем распределять турниры, чемпионаты области, городские турниры. Вот именно в их регионах, чтобы привлечь молодежь, вытащить их, как бы говорится, от ноутбуков, планшетов, чтобы они занимались спортом. Угу. Вот и какие достижения, да, нам интересно за год, за последний год? За последний год вот съездили на чемпионат Кубок Северного Казахстана. Вот Алина была там, участвовала, второе место заняла там. И, ну, она с не своим возрастом выступает, а с взрослыми. У нас это разрешено под ответственность тренера. И вот она третьим. И вот сейчас чемпионат области провели, посвященный в августе, 30-летию вывода войск советских из Афганистана. Вот она первая стала на чемпионате области. Это получается, за 2 месяца вы уже достигли таких результатов. Расскажите, пожалуйста, вы как тренер, вы наблюдаете за воспитанниками, как можете оценить вот такие вот способности, что два месяца быстро или это, или как? Да. Их сразу видно, кто приходит, туда приходит просто поиграться там для себя, с друзьями пообщаться, чтобы знали их. А и некоторые, которые, как говорится, пашут, как работник на работе, они приходят на тренировки и вылаживаются. Их сразу заметно. Алина, выбираем. До этого вы занимались спортом? Да. Каким видом? Вольная борьба. Вольная борьба. Ну, как-то все же, наверное, соприкасается и как-то помогло в атмосфере. Ага. Это единственные ваши достижения вот именно в кикбоксинге, вот эти вот соревнования? Да. Ага. А на будущее вы как уже планируете заниматься профессионально этим видом спорта? Да. А почему с вольной борьбы перешли именно сюда? Да, интересно. Так, родители были против того, что фигура меняется, плечи шире становятся. Угу. Я так задумалась и решила на кикбоксинг идти. А здесь не расширится, да? Нет, там не так сильно. А вот вы, будучи девушкой, почему именно бойцовские виды спорта? Да. Что вас именно в них привлекает? Ну, это как интерес просто пошло. Внутренний сам по себе интерес. Отлично. Александр Александрович, расскажите нам о том, как по сравнению с прошлым годом, как сейчас идет старт, как задается динамика развития кикбоксинга, опять же, по региону? Ну, у нас федерация работает, как бы говорится, на голом энтузиазме. У нас тренера зарплату не получают. Uh-huh. Это единственная федерация, которая в городе работает на свой интерес, как хобби свое. Uh-huh. И прогресс в том, что сравнить, в том году было 50 человек, в этом году 90 человек, только в одном зале у нас. Uh-huh. Сейчас раскрываемся, уже более и больше становится. Девчонок много приходит, вот Алина может сказать сама, что от 7 лет и много девушек, которые уже вот приходят и пока дают результат в спорте. Uh-huh. Как и ранее отметил мой коллега, этот вид спорта бойцовский, да? Uh-huh. Насколько он опасен? Ну, как бы опасен. Каждый вид травмоопасный и опасный. Это зависит от самого человека, как он себя будет. Сильный себя никогда не покажет. Он поможет слабому и в трудную минуту пока поможет любой ситуации выйти и как бы подсказать что-то. Угу. Алина, не получали травму какую-нибудь за 2 месяца? Ну, был удар в печень. Недавно был тоже такой момент. Моя коллега на одних съемках ломала доски. Почему всем рассказывать? Стремитесь ли вы к этому? Не особо. А как вы считаете, главное достижение для спортсмена в этом виде спорта? Это вот, допустим, достижение какого-то определенного ранга, если они на это делятся. Это может быть стать тренером. Как вы вообще на будущее себя позиционируете? Да, например, как карате считается, там пояс, да? Да, делится по поясам, дан первый, второй, а именно в кикбоксинге.
Может, вы хотите стать чемпионом СНГ, Казахстана, не знаю, мира, в конце концов? Ну, так и получится. Отлично, отлично. Александр Александрович, вы сами лично являетесь тренером. Да. А сколько сейчас воспитанников у вас насчитывается? Ну, расскажите нам подробнее о них. Ну, у нас в области, вот лично моих учеников уже, и не только вот совместно с тренерами, мы считаем, выбираем более способных учеников и ставим на тренерскую должность. Где тренерская, потому что и там, где тренерская должность, там должно высшее образование физкультурное быть. Если его нет, мы ставим инструкторов. Ну и как бы ребята готовятся, каждый хочет звание чемпиона мира. У нас еще как бы в Акмолинской области нету ни одного чемпиона Казахстана среди взрослых. Среди юношей там детей есть, а вот среди взрослых их не было и никогда не, ну, как говорится, на этом. Вот теперь планируем и прогрессируем к этому, подводим ребят, чтобы они, и совместно вот с тренерами ездим, отбираем ребят по клубам своим, лично кто в Федерации кикбоксинга, приезжаем в Щучинск, отбираем в Атбасаре, формируем сборную и проводим УТС, и сильно едут на Казахстан. Спасибо большое. Мы сейчас прервемся ненадолго на нашу следующую рубрику, одну из самых модных, одну из самых трендовых. Шынымен де біздің әріптестеріміз 2019 жылы сәнде болатын бет әрлеу үлгісі жайында ақпарат дайындаған екен. Олай болса, бірге тамашалайық. Көптеген бьюти трендтер жылдан жылға көшіп жүреді, бірақ жаңа мерзімде жаңа трендтер де еніп жатады. Бьюти трендтер жиі сән көрсетілімдердегі модельдерге әлемнің ең атақты бет әрлеушілері жасаған макияжға байланысты шығады. Сол модельдердегі көбірек қайталанған макияж трендке айнала бастайды. 2019 жылы қандай бьюти трендтер сәнге айналуы мүмкін? Осы мерзімге сай келетін тенденция – беттің шырайы, беттің аяздан кейінгі қызылы. Оны жасауға ал қызыл шабдалы реңді кремді далапты қолданған жөн. Айнаға қарап күлімдеп, оны беттің шығыңқы жеріне саусағыңыздың ұшымен ұрмалы қозғалыспен жағыңыз. Бетке арналған жеңіл далаппен ылғандандырғыш тональды құрал күнделікті макияжға айналған керемет әдіс. Келесі беттегі косметика білінбеуі керек. Бұл макияждың ерекшелігі күтім мен ылғандандыруға негізделген. Ол үшін теріні тазалап, бетке ылғандандырушы крем жағып, көздің астына патчи жабыстырыңыз. Содан соң бетке кез келген ылғандандырушы су шашыңыз. Сіңгенін күтіңіз және саусағыңызбен массаж жасаңыз. Содан соң жарқырау эффектісі бар жеңіл тональды крем жағыңыз. Аздап консилерді көздің астына жағуға болады. Қасыңызды мөлдіргенмен тарап шығыңыз. Соңында беттің шығыңғы жерлеріне кремді хайлайтер жағыңыз. Тері табиғи ылғал сияқты көрінуі керек. Бұл макияж таза бетті ұнататындардың көңілінен шығады. Сызық – макияждың тұрақты бөлігі. Оны барлық сән апталықтарында қолданады. Бұл мерзімде мінсіз сызық сызуға 1 сағат уақыт кетірудің қажеті жоқ. Бет әрлеушілер графика мен геометриядан шабыт алуды, түрлі түсті сызық салуды және әдеттен тыс жерлерге салуды ұсынады. Ерекше сызық салғанда бетте аз макияж болуын ескеріңіз. Сондай-ақ бұл тренд қалың қасы бар қыздарға келеді. Қастың айқын пішіні болмауы тиіс. Негізгі бьюти құрал қасқа арналған түрлі түсті немесе мөлдір гел. Оны қарапайым қарындашпен де бояуға болады. Бірақ ол кезде табиғи шаштарды білдіретіндей сызу керек. Шаштың өсу бағытымен жатқызып, гелмен тараңыз. Ерінге арналған жылтыр қайтадан трендке келді. Ерінге арналған жылтырды қолдану оңай және балғын эффект береді. Оның мөлдір немесе жидекті түстерін таңдауға болады. Ерінде айқын сызық болмауы керек, сондықтан ерінге арналған қарындаш қолданбаған жөн. Дорогие телезрители, эфир утренней программы «Кокше Нары» продолжается с вами. Иван Дубейко и Балуса Жексебай, номер студии 252505. Звоните к нам, задавайте вопросы нашим сегодняшним гостям, делитесь своим настроением вместе с нами. Я шынымен де таң нұрмен таласа оянған көрермен қауым, біз бүгінгі эфирімізді кикбоксинг спорт түріне арнап отырмыз. Егер де біздің меймандарымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 25-25-05. Ну что ж, дорогие гости, мы продолжаем наш диалог. Расскажите нам,
о самых последних соревнованиях, ну или не последних, каких более наиболее интересных за начало 19 и конец 18 года. Ну, это у нас чемпионат Казахстана по Павлодаре был в марте, где мы возили 7 человек, там были финалисты, хорошие ребята, показали достойно свои. Вот заключительные, как заключительные, открыли чемпионатом Акмолинской области, было около 200 бойцов, это мы к афганцам приурочили. Угу. Было город Атбасар, Щучинск, Астана, ну и наши показали хороший результат. Общекомандное первое место мы забрали. Как бы там у нас не было ограничений по возрасту, там от 6 лет и до взрослых. Кстати, никто не проводит такие соревнования, чтобы все года зацепить, ну, как бы, привлекать к соревнованиям. Мы проводим, мы сразу же определяем, с кого будет толк, с кого не будет толка. Ну, и отбираем, и сразу как бы себе на карандаш их. Ну, так, в принципе. Вы в своем слове сказали то, что вы отбираете спортсменов по всем районам, да? По каким требованиям отбираете? Ну, это показатель, физическую подготовку и характер. Бойца это однозначно должен быть. Он может быть не этот, а у него есть упрямость, стремление к победе. Бывает, это выигрывает большинство соревнований. Просто, как говорится, перебивает на характере. Ну, вот основное вот это. Алина, а вы помните свой первый бой? Как это происходило? Расскажите нам. Так, это был Кубок Северного Казахстана. Мы ездили в Петропавловск. Прошли взвешивание. А потом на следующий день был финал. И был страх, да. Но есть тренер, который дал мне напутственные слова. И выходя на ринг, переживания пропадают. И ты думаешь только, как достичь, занять первое место. Вы что тогда победителем стали? Да? Я второе заняла. Второе место. А кто был ваш соперник? Петропавловская девушка. Мастер спорта. 27-28 лет. Она была уже достаточно с опытом, наверное, да? А у Алины, как мы поняли, первый бой. Да, первый блин клином летят. Ну как, блин, все равно второе место на соревнованиях — это уже большое достижение при учете того, что занимается человек всего 2 месяца. Ваши основные впечатления об этом виде спорта, как вы думаете, что он может дать полезного? Допустим, это более такое развитое тактическое мышление или скорость реакции лично для вас. Как вы на себя ощущаете этот спорт? Так. Основное вот пользы, которую вот она приносит человеку. Уверенность в себе. Самооборона тоже полезна. А вот вы сейчас учитесь? Да. А где, расскажите? В Красноярье, первая школа. Одноклассники как вот реагируют на ваше, так сказать, спортивное увлечение? Ну как, хорошо, у меня одноклассники тоже спортом занимаются. Они привели вас, да? Да. Посоветуй. Все вместе, то есть пошли. Ага, отлично. Александр Александрович, именно на ближайшее время уже есть запланированные состязания? Сейчас вот провели чемпионат в области, отобрали. Сейчас будем проводить УТС и отбор на чемпионат Казахстана в Кустанае. Будет 26 марта по 30. Это по самой сильнейшей федерации, кто состоит в членах федерации. Ну, там будет видно. Потом дальше соревнования. Планируем в Щучинске провести отбор. Потом будет чемпионат Казахстана по лоу-кику. Это будет семей в апреле месяце. Вот будем отбирать и как бы дальше работать с ними. А какие прогнозы на эти соревнования? Ну, как прогнозы. Там видно будет. Победить сильнейший, как говорится. Ну, готовимся, чтобы хотя бы кто-то бы завоевал. Был достоин представить нашу область на чемпионате Казахстана. А какой вообще вот регион фаворит по Казахстану? Ну, это юг в основном. Ага. Ну, там как бы у них и базы хорошие, и у них все нормально там поставлено с этим. Мы пока начинаем это. Федерация существует вот с 2010 года, 9 лет это. Некоторые очень... за 15 лет такого показателя нет, как у нас. Ну, допустим, даже на чемпионат Казахстана в 2010 году
На чемпионат Кубка мира мы повезли 3 человека, а со всего Казахстана по одному представитель из города был. И мы 3 финалистов привезли. Ну, это они, девушки были, 3 девушки. Это Ибрагимова Карина, Сема Рымба и Соколова Татьяна. Ну, показали нормальный результат. Приехали, потом начали уже считаться с нами. Как часто проводятся отборы? Отборы мы считаем, проводим каждые 2 месяца. Чемпионат области, это среди юниоров, малышей, взрослых, кадетов. Отбираем. В зависимости от какой на ближайшее время будет чемпионат. Либо среди взрослых, либо кадетов, либо молодежи. Угу. Вот к этому проводим. Управление спорта всегда поддерживает, как бы стремится. Они приезжают с нами, смотрят. Начальник управления Покубаев Сергеевич постоянно приезжает, наблюдает за развитием. Ну, вроде бы нравится, но не знает как-то. Угу. Какие основные правила в этом виде спорта? Ну, основные правила. Там у каждого свой это раздел, свои правила. Фулл контакт нельзя бить по ногам, лоу-кики и работа по корпусу. Запрещены удары коленом, бэдхист. Ну и так далее, это фулл контакт. А лоу-кик и К1, разрешено все, кроме локтей, можно всем бить. И бороться нельзя, броски запрещены. Все, в принципе. Под каждый раздел мы тренируем по-разному. Если чемпионат по фулл контакт, значит фулл контакт тренировки чаще выделяем. Если К1, значит К1, бэдхисты, развороты, там, лоу-кики, вот это все. Совсем недавно затронули тему того, что ну, почти на 50% по сравнению с прошлым годом увеличилось именно. Да, больше. Ну вот прогрессируем, как говорится, стараемся открыть. Вот сейчас Зеренда на подходе хотим открыть, чтобы там были разделы кикбоксинга, ну, отделения. Вот у нас ребята с Садового приходят пешком на тренировки, мы потом их сами отвозим. Ну, преподаватели, директора школы против. Но если ребенок хочет тренироваться, пускай лучше он идет на тренировки, чем он где-то будет подворотнем, там, водку пить, тоже курить, наркотики. У нас просто идет пропаганда здорового образа жизни. Кикбоксинг против наркомании, детской преступности и терроризма. Это самая актуальная сейчас тема, которую надо развивать. Вот. А насколько часто сейчас проходят наборы юных спортсменов и куда они могут обратиться для того, чтобы пойти в У нас для всех двери открыты. Это у нас база. Центр кикбоксинга это в Красномяре. В городе есть отделение СК Капитал, вот новый спорт, этот тренажерный комплекс, там хороший тренер Даниил Арказиев, мастер спорта. Зал бокса «Спартак», самый старый такой зал бокса. Там Галеев Николай Зарифулович, мой второй тренер, он там тренирует. Бурабай есть, Беликов Сергей, мастер спорта. Потом где у нас подразделение «Сталь». Потом Манеж Косымовского университета, там Вагайцев Николай тренирует. Ну, так бы нормально развито здесь пока. Сейчас вот планируем в других районах открыть еще побольше. Шынменде. Көптенгі бір рахмет. Спортта біздің аймақтың мәдени дамуының бір айқын көрінісі деп айтуға болады. Келесі айдарымызда біздің мәдени жаңалықтардан хабардар ететін болады. Ракурс айдары сіздердің назарларыңызда. Қазақтың Моцарт атанып кеткен композитор, пианист Рахат Би Абдысағин Ресейдің Клин қаласында концерт беріп, әйгілі Петр Чайковскийдің жекер аялінде ойнады. Ол мұндай құрметке ие болған тұңғыш қазақстандық музыкант. Әлемдік классиканың жауһарларын жоғары деңгейде орындаған дарын иесінің таланты көпшілікті тәнті етті. Клин қаласына арнайы шақыртумен келген Рахат Би Абдысағинді Чайковский мұражайының басшылығы құшақ жая қарсы алды. Жерлесіміз алдымен әйгілі композитордың ескерткішіне гүл қойып тағзым етті. Содан соң өзі жазған бір қатар симфониялық партитурасын мұражайға тапсырды. Ал Ресей тарапы жерлесімізге дисклавер аспабын сыйға тартты. Жас музыканттар әлемнің елшілері деген үлкен халықаралық бағдарлама. Рахат Би Абдысағин осы жобаның аясында алғашқы болып концерт беру мүмкіндігіне ие болған музыкант. Қазақ музыканты өз концертін қазақ музыкасынан бастады. Содан соң Ференц Лист, Шопен, Чайковский сынды әлемге танымал композиторлардың классикалық туындыларын ойнады. 19 жасар дарын иесі 100-ден аса музыкалық шығарманың авторы.
13 жасында студент, 18 жасында докторант атанған Рахат Би Абдисағин қазір Италияда білімін шыңдап жатыр. Ардақтағай тікелей эфирде көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05 тікелей эфирдеміз. Сондықтан да хабарласыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Дорогие телезрители, эфир утренней программы «Кокшенеры» продолжается. Номер студии 252505. Звоните к нам, задавайте вопросы нашим сегодняшним гостям, делитесь своим настроением вместе с нами. Ну, я думаю, самое время продолжить нашу беседу. Шуменди. Алина, расскажите нам, пожалуйста, какие-нибудь, может, интересные истории, какие-то моменты во время тренировок, во время соревнований? Во время боя. Может, вы забывали правила соблюдать? Да нет, такого не было, чтобы прям забывать. Uh-huh. Тренер ругается, то, что я не слышу его. Uh-huh. То есть очень важно во время боя также слышать тренером контактировать. Да. Отлично. А вы в семье одна занимаетесь кикбоксингом? Еще братья есть. Еще братья? Да. А сколько им лет, как они давно ходят? Ну, они погодки, и ходят они 2 месяца. Тоже так же. Мама uh-huh. забирает. Свои вместе пошли, да? Да. Кто повлиял на кого? Ну, они как бы этот, шумные. Я говорю, давайте их тоже. Угу. И как на них это повлияло? Уставать, наверное, сильно начали. Нет, наоборот. Наоборот? Да, они между собой еще активнее стали. Да. А кикбоксинг, он такой вид спорта, насколько сильно... Вот вы занимались борьбой, как они сильно отличаются, допустим, по определенным тренировкам, по напряжению? Что труднее, где больше устаете? И там было, ну, трудновато, угу. как бы все равно. Там тренировки просто каждый день, а здесь через день. Угу. Да. А какие комплексы упражнений вы используете именно в своих тренировках, как кикбоксер? Так, отрабатываем с тренером, комплекс упражнений делаем, ну, как, что пригодится именно в бою. Угу. Угу. Вот лично я знаю, что в карате очень необходимо использовать ноги именно в бою. В бою это наиболее эффективный метод. А в кикбоксинге ноги и руки тоже так же да. работают активно. Угу. Ага. А какие конкретно упражнения выполняются для того, чтобы поднять физический тонус? Отжимания, приседания, угу. пресс. А как вообще правильно, допустим, заниматься именно на силу? Это нужно на количество или на определенную технику? На технику. Ага. Угу. У вас есть какие-то свои тактики, свой стиль? У каждого тренера свои подходы к угу. каждому. Если, допустим, взять тренировку, если общая тренировка идет, если заканчивается, мы сборников отделяем к те, кто уже просто новички, как тренируются, для них отдельная программа, а для тех, кто сборники, у них другая программа. Там силовые упражнения, где-то отработка, где-то кувырки, где-то приседания, где-то отработка в парах. Ну, так, в принципе. Что вы посоветуете для начинающих или для тех, кто просто интересуется кикбоксингом? Главное не бояться, главное своя уверенность, чтобы была. А если начнете заниматься, потом войдете, вот даже вот девушка, у нас девушка есть, Аида Мукажанова. Ее родители привели, и вот у нее сейчас, она просто хотела для себя ходить, вот уже 2 месяца она ходит, и она вот теперь говорит, когда я буду участвовать в соревнованиях? Угу. Сама уже. Я говорю, ты же ходить до себя хотела ходить. Нет, я уже готова, хочу она выступить, хочет тоже проверить. Показать свой результат. И вот первое соревнование она с чемпионкой Казахстана по карате, она вышла, достойно отработала. Тоже как бы там разница в возрасте, та поопытнее, это начинающий. Ну, она хоть и проиграла по очкам, но она сказала, я говорю, ее все равно выиграю. Вот такой настрой, как бы. Главное, как считаются очки, самое главное. Мне интересно. Вот. По баллам считается, ага. за каждый нанесенный удар точный, если по защите он не засчитывается, если ну, угу. прямое попадание в голову, голова отклонилась, то 1 балл. Игра на реакцию. Да, да. За 1 раунд можно нанести 5-6 ударов, потом за 3 раунда суммируется, подводится итог и решение 3 боковых судей они дают, либо красному, либо синему и обводят. Был более. Если бой равный, то еще мнение рефери спрашивается,
главный судьи. Как он, может быть, отработал на все 100, а в угол пошел отдыхать, там руки раскинул, то все смотрится, как он себя ведет, на характер, поведение, технику, ну и остальное там. Экипировка даже посмотрелась. К вам можно попасть в любом возрасте, да? В любом возрасте. Ну, в основном никто не берет малышей тренировать. Ну, как бы, а мы берем всех. Вот у меня есть ребята, которые с 6 лет отец привел его в первом классе, и вот он до сих пор со мной, как говорится, как второй отец, они от меня никуда не отходят. Все везде со мной, они уже как знают. Сказал один раз, все, они сделали. Расскажите свою историю, как вы познакомились с этим спортом? Я начал тренироваться с 9 лет. Как познакомился? Ну, как всегда, это школьные годы, драки там. Так получилось, что старшеклассникам чуть-чуть там поздорили. Вы сами знаете, возраст. И приехал брат старший с армии. Он служил в таких элитных войсках. Начал тренироваться. Потом я через года 3 показал себя. И все, начал по себе тренироваться. Я жил раньше в Буровайском районе, в селе Щерс. Я оттуда начал и в 9 классе сюда переехал. Попал ко второму тренеру Жангалову Баян, сейчас главный тренер ММА. У него тренировался до 2000 года. Потом перерыв был небольшой, потом попал к Галееву, когда пошел учиться на высшее образование физкультурное, Косымовский университет. И там начал прогрессировать уже. В 2003 году я за год там повыступал, немного для себя так. И 2003 года начал тренировать. Вот сейчас работаю тренером. Был просто тренером, сейчас стал президентом федерации. Угу. Сейчас вот так прогрессируем еще. Отлично, отлично. Ну что ж, самое время прерваться на нашу следующую рубрику, не менее спортивную, чем наша тема. Шынменде біздің спорттық айтарды әріптестеріміз арнайы дайындаған болатын, назарларыңыз бізде болсын. Қазақ атаулаған жерде түгі қалады деп бекер айтпаса керек. Кешегі алғашқы атты қойылға үйреткен Ботай мәдениет қалыптасқан аймақ. Және шапқанда жүйткіп желден озған құлагер мекен еткен аймақ Көкшетауда бүгінде жабағының жалын тартып жас өрендер сайыс ұйымдастыруда. Бұлның барлығы кешегі аталы сөздің, мақтаулы сөздің айғағы іспеттес. Жылқыны қолға үйрету арқылы біздің бабаларымыз өз дәуірінде адам айтқысыз үстемдікке ие болды. Жалжүрек халқымыздың ата дәстүрін жандандыру мақсатында өңірлерде жабағы үйретуден түрлі деңгейдегі жарыстар ұйымдастырылып келеді. Соның бір айғағы тай атқа, ат мұратқа жеткізеді эстафетасы. Зеренді ауданынан басталған бұл үрдіс Біржансал ауданының Сәуле ауылында жалғасты. Зеренді ауданының Ертай ауылынан бастау алған тай атқа, ат мұратқа жеткізердегі солай ғой. Эстафетасы жетіп отыр мына бауырларымызға берілген қуанышқа зор алғысын айтамын. Осы елбасымыз жаңа атап өтті ғой, елбасымыздың ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында қазақ халқының дүниежүзі өркениетіне қосқан үлесі, оның ішінде ат үйрету арқылы мәдениетін дүниежүзіне қалыптастырып жеткізіп берген біздің халық екенін айтып өтті. Сол біздің баяғы салт дәстүрімізді жалғастырып, өзіміз кішкентай кезімізден жабағы үйреткен қазақпыз ғой бәріміз де, ауылдың балалары. Соны жандандырып, мына смартфонға телмірген ұрпақты қайтадан үйден алып шығып, аттың үстінде, жабағының үстінде сол жалын ұстатып, терін иіскетіп, бір қыстың бір аязы күнде бір қызық жасап жатырмыз осындай. Жабағының жалын тартқан жас атбегілер додасына аудан ауылдарынан келген 10-15 жас аралығындағы 16 өрен қатысты. Күреңді кісінеткен қатысушыларға қойылған талап асау жабағының үстінде мейлінше құламай тақымында ұзақ ұстау. Төрт ауылдан 15 шақты жас өспірімдер қатысып жатыр. Жабағылар үйретілген емес. Енді үйде тұрған жабағылар ғой. Соларды мініп, сол үздіктерін көріп отырмыз. Ауылдың балалары мықты балалар ғой, күнде атқа мініп жүрген балалар осылар. Осы ауылда бос уақыттарында ылғи тайларға мініп осы асауларды үйретіп жүрген балалар ғой. Мекен аштан ауылдан келдім. Міне жабағыларда 10 жастан бастап мінемін. Сол қазір Сәуле ауылына сайысқа келіп тұрмын. Және қазір де құлаған жоқпын.
Қазақ жері ат белгілік мәдениеттің отаны. Бұл жайында елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласында да қадап айтылған. Өскелең ұрпақтың бойында жауынгерлік рухты қалыптастыру, тарихи тұлғаларымыздың әлемдік өркениеттің қалыптасуына өлшеусіз үлесін айғақтайтын жабағы үйрету сайысының қорытындысы бойынша Сәуле ауылының өрені Сағынбай Жандос жүзден жүйрік атанып бас жүлдені иеленді. Құрметті телекөрермендер, біз тікелей эфирдегі жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Және де естеріңізге сала кетейік, біздің бүгінгі эфирдің шығарылымы кикбоксинг спорт түріне арналып отыр. Егер де біздің меймандарымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар, әлде мүмкіндіктеріңіз бар. Байланыс нөміріміз 252505. Мы напоминаем вам, что номер студии 252505. Звоните к нам, задавайте вопросы нашим сегодняшним гостям и делитесь вместе с нами своим настроением. Ну, а мы продолжаем. Алина, расскажите нам о том, как проходят ваши тренировки. Так, сначала мы бегаем, потом растягиваемся. И идет комплекс упражнений. Угу. Мы, получается, в спарринге отрабатываем то, что сказал тренер. Угу. И так как у нас девочек как так мало, и мы с пацанами как бы на равных, угу. И никто не хочет никому уступать. Угу. Действительно, вот это дух соперничества. Мне интересно, вот девушки отдельно тренируются? Вместе. И насколько много сейчас девушек интересуется? У нас сейчас человек 12, их маленькие от 6-7 лет, и 13-14, и вот. Угу. Это родители сами их отправляют? Родители сами приводят. Угу. С одной семьи по два человека, две девушки могут прийти. Одна старше, одна младше. Как бы там. Очень-очень хорошо. Алина, вы уже выбрали для себя какую-то определенную технику боя? Или вы все еще в поисках своего собственного видения? Выбрала. Ага, расскажите нам. Ну, сначала надо почувствовать соперника. Угу. И как вам вот это удается? Прощупать, как говорится. Да. Получается, выйти и подобрать определенную дистанцию, которая мне удобна, угу. И оттуда все начинать. А вот возможно ли перед боем человека задать моральным взглядом, например, или да. какую-то фразу? Как часто у вас это получается? Я так не делаю. Пока не делаете. А именно это считается, да, допустим, был в каком... Да, такой случай. Мы ездили на Кубок Ермака, и там сборная Казахстана, это мы все были там, и подходит парень, ну, лет 13, и говорит, кто у вас, говорит, Шакиров Маулен? И мы такие, раз, все тренера, раз, а что ты хотел? Я вот следующий бой с ним буду биться. Ну, я ему говорю, тренера такие подшутили, да он же чемпион мира, ты что, говорит, его не знаешь, что ли? Uh-huh. Ну, все не обратили внимания, он ушел, через 5 минут объявляется, боец такого-то, этот, снимается. И я говорю, так он же, говорит, сейчас к нам подходил. Как бы вот так ему сказали, что Маулен, а на самом деле он простой, так же, как он такой и есть. Как слово влияет. Да. И за кого бывает. Тут и не главное то, что бывает, ребята настраиваются, когда начинается первый бой, первый раунд заканчивается, и каждому красный угол там представляет, там примерно фамилию называет, и его достижения. Ну, я думаю, что наши ребята об этом не слушают. Знают, ну, мастер спорта, ну, что-то такого международный. Бывает такое, что мастер спорта международного класса проигрывает перворазряднику. Очень часто. И явным бывает. Преимуществом проигрывает. Это сегодня так, завтра так. Ну, так, в принципе. К сожалению, наше время приходит к концу. Я хотела попросить вас поделиться своими планами последними. Ну, планируем в городе Кокштау открыть еще пару секций именно для взрослых, это для сеньоров и для девушек, для как бы до половины слабого пола, для женской половины. Сейчас ищем место, тренера-то нашли уже, как бы, чтобы женщин тренировала девушка. Угу. И помогать им. Планируем раскрыть это все сделать в этом году. Есть как бы планы работы, будем над этим работать и стараться открыть. Ну что ж, время эфира действительно, как отметил моя соведущая, ограничено. И прямо сейчас у вас есть прекрасная возможность передать привет и поздравления родным и близким, а также дать напутствие молодым спортсменам. Говорили. Я желаю удачного дня, хорошего настроения, всех начинаниях. Во всем. Да.
чистого пути во всех начинаниях. Угу. И все. Приветы. Мамочке, привет. Обязательно. Братьям, сестрам, отцу. Отлично, большое спасибо, Лина Александровна. Занимайтесь спортом и всем хорошего настроения и хорошего дня. Ну что ж, мы в свою очередь желаем вам удачи, конечно же, также отличного настроения и всего-всего самого наилучшего. Спасибо. Мы с вами прощаемся, до скорых встреч. Шынменде, көптен-көп рахмет, біздің эфирімізға келіп, осындай қызықты сұхбат бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Келесі кезекте арна атынан әрине ән тарту етеміз. Ну и буквально через несколько минут мы познакомимся с нашими следующими гостями. Не переключайтесь. Рядом с тобою сердце мое просто замирает. Каждую ночь во сне вдвоем в небо улетает. Жүрегім менің тұнып тұрған сезім, елесің боп сенің өнім. Өзіңе бергенім өз сезімім менің өмірдегі тәтті кезім. Если ты вдруг забудешь сердце свое, остудишь, буду я помнить об одном. Знаю, меня ты любишь рядом со мной, не будешь к ней, ты вернешься все равно. Жүрегімді сен тыңдашы, бақытым все ваше. Можешь бұл бақытсың барманым. Я тебя әрбір атқан таңнан жақсылық күткен ағайын, күндеріңіз сәтті болсын деген ниетпен біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. В ходе музыкальной паузы к нам присоединились следующие спортсмены нашего региона Денис Юстус и Жалгас Искаков. Доброе утро, добро пожаловать к нам в студию. Какое настроение?
Отлично. Наше начальство настроение. Как же без этого? Дорогие гости, расскажите, как вы познакомились с этим видом спорта, как в него пришли и как проходит сейчас ваше, так сказать, обучение? Как я начинал, мы с ним лучшие друзья, одногруппники. Как бы я начал у него интересоваться, чем он занимается. Он мне подсказал, что он занимается кикбоксингом. Я пришел в зал, познакомился с одноклубниками, затем с тренером, начал заниматься. Все, вот так вот пошло, уже где-то третий год уже занимаюсь. Значит, ваш друг повлиял на вас, да? Больше всего. Денис, как вы пришли в этот спорт? Я увидел этот спорт еще маленький, когда был. И мой брат занимался этим видом спорта. И когда он ходил на тренировки, брал меня с собой иногда. И я заметил то, что это хороший вид спорта. И через некоторое время тоже пошел туда. И сейчас я занимаюсь уже, можно сказать, пятый год. За эти годы вы, наверное, уже можете похвастаться. Действительно, за пять лет, возможно, уже накопились какие-то определенные достижения. Расскажите нам о них. Мы призеры, чемпионы многих республиканских турниров, чемпионата Казахстана, Акмолинской области, около пятикратный, шестикратный, в общем, неоднократный чемпион. Уже начало 2019 года было знаменовано какими-то соревнованиями? Да, сейчас вот недавно проходили соревнования чемпионата Акмолинской области, где присутствовали многие спортсмены из разных областей. И, допустим, вот Тыжалгаз стал первым. Ты тоже не скромничай. Ну и вот. А 2018-й, какие самые были интересные и захватывающие соревнования в следующем году? Мы ездили в Петропавловск, там проходил чемпионат Казахстана. Нас было с области, поехало около 9 человек, примерно точно не помню. Было интересно, мы знакомились там с нулем. Много кто приехал, много с каких городов. Не только с городов, и приехали с России, с Узбекистана тоже. Мы знакомились. С ближних стран, да? Да. А самим приходилось уезжать за границу на соревнования? За границу нет еще. Пока но еще. В дальнейшем думаю, есть в планах, что, да? Есть в планах, да. А на кого вы равняетесь? Кто ваши кумиры в этом виде спорта? Или, может, кто-то вас побуждает с другой сферы жизни? Больше всего в профессиональном кикбоксинге есть такое, как его, Замбидис. Вот. Замбидис, да. Больше всего. Ну, это профессионально. Вы как считаете, лучше перенять технику одного какого-то спортсмена, допустим, одной из самых популярных техник, или нужно стремиться к созданию своей индивидуальной? Ну, у каждого своя тактика, можно сказать. Вы какие вообще техники, тактики используете во время боя? Вот, например, у него больше всего он отступает, работает вторым номером. Ну, ему так удобно. Мне больше всего удобно работать первым номером. Ну, атакующий. Кому как удобно, да? Да, кому как у каждого удобно. Своя тактика ведения своего боя. А как вы чувствуете соперников? За эти годы вы, наверное, сделали немало выводов для себя. Да, конечно. И ошибались, и набирались опыта. Чем больше ошибаешься, тем лучше, конечно, для каждого спортсмена. На ошибках учишься. Мы выходили, проигрывали и выигрывали. Ну, все. Как вы воспринимаете проигрыш? Проигрыш, конечно, обидно. Обидно, но... Ну, наоборот, это нас заставляет идти, тренироваться еще сильнее. Дальше. Да. Не останавливаешься, наоборот, стремишься дальше, да, дальше. У тебя стимул, что ты должен выиграть этого соперника, хотя ты ему проиграл, должен взять реванш. А наоборот, выигрыш, да, это чувство гордости. Да. Да, конечно, можно так сказать. Скажите, со временем, с приходом определенного опыта, появляется ли такое определенное чувство оценки соперника? Можно ли уже на первый взгляд оценить, как он работает, какие определенные действия, движения предпринимает против вас? И, допустим, можно ли уже дать оценку тому, насколько тяжело будет с ним бороться? Ну, это судя, когда выходишь на бой, судя по первому раунду, идет разведка, то есть ты разведываешь, смотришь, как он ведет бой, тактику, подбираешь его под себя, ну, то есть под свою тактику, под свое ведение боя, и затем уже вы работаете обоюдно. То есть он показывает свой стиль, ты показываешь свой стиль, и отлично, дорогие гости. Прямо сейчас мы прервемся на рекламную паузу, после которой продолжим нашу беседу. Шынменде көкшен ұры бағдарламасында шағын жарнама, одан кейін жалғастыратын боламыз. Мама мия!
Мама Мия. Какая красота. Ужас. Ужас. Что мы вчера ели в том ресторане? Бешбармах. Бешбармак? Куда мы идем вообще? Пойдем, мой друг. Сейчас все увидишь. Есть вещи, к которым ты легко привыкаешь. Их не замечаешь, потому что живешь с ними каждый день. Это счастье – жить в мире, быть свободным и видеть ослепительную красоту своей земли. Часы, как зеркало. Смотрю на них, а вижу человека. Видишь, ремешок старый, но крепкий. Значит, бережливый, аккуратный человек. Он примерно ровесник мой, который время ценит, а вещи чинить, а не выбрасывать. И это всего касается и часов, и дружбы, и семьи. Ладно, иди, тебя ждут. Спасибо большое. Завтра приду обязательно. И помни, что лучшее время быть счастливым, оно всегда прямо сейчас. Құрметті телекөрермендер, біз тікелей эфирде жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Байланыс нөміріміз 25-25-05. Және де естеріңізге сала кетейік, бізде бүгінгі тақырып кикбоксинг спорт түріне арналып отыр. Спортсмендерге қояр сұрақтарыңыз болса, және де айтар ұсыныстарыңыз болса, хабарласыңыздар. Дорогие телезрители, эфир утренней программы «Кокшинор» продолжается. Мы напоминаем вам, что номер студии 252505. Ну, а мы продолжаем. Дорогие гости, расскажите, помните ли вы свои первые соревнования, как они проходили, как вообще вы себя чувствовали тогда на ринге? Мои, допустим, первые соревнования я проиграл. И я начал еще сильнее тренироваться. И вот сейчас достиг. А я выиграл. Наоборот, тоже дальше. А как они проходили, кто был соперником, что вы тогда чувствовали в этот момент? Ну, это были областные соревнования, и принимали не так уж много людей, в основном из самых ближних округов, городов и клубов. Да, вот можно так сказать. А вы занимаетесь с самого начала с одним тренером или уже как-то тренерский состав менялся? Расскажите о вашем тренере. Наш тренер много чего нам дал. Очень-очень благодарен ему. Если бы не он, не знаю, набрали бы мы столько, добились бы мы таких успехов. Самостоятельно тренироваться, то есть невозможно? Да, конечно, это не так, как с тренером. Но тренер всегда дает поддержку. А как вообще проходят тренировки? Расскажите нам о них. Тренировки? Ну, мы приходим на тренировки, бегаем, разминаемся. После этого делаем растяжку. После растяжки встаем в пары, отрабатываем в парах. В конце тренировок обязательно проводится спарринг. До этого еще индивидуальные нам задания. А делится, допустим, один день проходите один тип упражнений, другой день другой? Конечно. А какие-то каждую тренировку так, по идее. Сколько времени занимает в день? Одна тренировка сколько проходит? 2.5 часа, 2 часа, смотря еще какая тренировка. А, допустим, вне тренировочное время, походу в бассейн, в тренажерный зал, какие-то определенные пробежки с командой. Каждое воскресенье мы ходим в бассейн с командой. А вот, допустим, совмещать один вид спорта с другим, тоже, допустим, плавание и кикбоксинг, возможно ли это? Не будет ли какой-то определенной нагрузкой или перенапряжением? Нет, тренер же учитывается, он нам дает задачи, то есть тренировки, затем бассейн. Он сам все учитывает, говорит нам, мы делаем. Многие спортсмены иногда переходят с одного вида спорта в другой вид спорта, даже когда они занимаются уже первым видом спорта профессионально, уже на высоком уровне, но все равно они уже меняют направление ветра и, допустим, с одного переходят на другого. Есть такие мысли в будущем, допустим, набраться определенной сноровки в кикбоксинге и перейти, допустим, в тот же бокс или еще другие бойцовские виды спорта? Были, конечно. Каждого... до этого, да, но сейчас... Сейчас уже со временем... Также по этой колее, по этой оси будете заниматься. Да, да. Планирую. А все же интересно, почему возникали такие мысли? Ну, из-за травмы, можно сказать.
Не только из этого, просто охота тоже попробовать других себя. Думаешь, вдруг там получится. Спортивные травмы, как часто вы их получали? Ну, практически после каждого соревнования. После каждого соревнования. Это не опасно, конечно, ну так, незначительно. Где-то там ушиб. Ну, проходит там день-два. А вот случались ли травмы, после которых вы были вынуждены просто какое-то время не тренироваться, не участвовать в соревнованиях? Ну, у меня были, да. Я ушиб ногу сильно. Я ходил в гипсе некоторое время. И после этого я восстановился и начал дальше заниматься. У вас были какие-нибудь, допустим, переломы, ушибы? У меня было растяжение мышц. Так, переломов не было. А при бое вообще возможно самостоятельно избежать какой-то травмы? Да, конечно. Самостоятельно, да. Многие... Для этого есть рефери в ринге. Он смотрит, учитывает, как ведет себя боец. Если у него он видит то, что он хромает или как-нибудь себя не так ведет, то он останавливает бой. И дает отчет. Расскажите о самых интересных ваших соревнованиях. Самые интересные соревнования? Это, мне кажется, больше чемпионат Казахстана, вот такие вот. Потому что приезжают с разных городов, с разных стран, и как-то больше общения и знакомств. А как часто бывает такое, что вы, допустим, при том или ином знакомстве с тренером, с другим спортсменом, можете перенять у него какой-то опыт? Вот, например, проходит тот или иной чемпионат, приезжает спортсмен из другого региона Казахстана и, допустим, рассказывает вам какую-то определенную технику, о которой вы не знали, допустим, какой-то прием, какая-то фишка, вы ему взамен, допустим, тоже, допустим, что-то рассказываете тоже, доносите до него определенную тему. Спортсмены иногда обмениваются опытом. И каждый видит, даже, например, мы спарринги проводим после тренировок, он мне говорит мои ошибки. То есть я ему тоже говорю, ну и тренер нам. Просто со стороны это видно. Со стороны виднее. Стараемся как бы говорить друг другу об этом. Да. А мужской кикбоксинг от женского отличается чем-то? Мужской, или правила женского? Какие-то? Особо ничем. Ну, особо, все да, те же самые правила. А существуют какие-то силовые нормативы, допустим, для спортсмена-профессионала, спортсмена-любителя? Это спортсмена, который, допустим, занимается какой-то уже определенный, можно сказать, большой промежуток времени, но чисто для себя, как любительский, допустим, при выходе на соревнования. Вот, допустим, вот вы занимались 5 лет уже кикбоксингом. Сколько спортсмены именно вашего уровня способны максимально показать свою силу в подтягиваниях, в отжиманиях, в приседаниях, в бег? Как сильно у вас подготовка? По-разному. Кто в чем, как. А вы как-то замеряли свои физические нормативы? Да, конечно. Помните рекорды? Нет, честно. Каждый раз они меняются. Бывает, каждый день меняется. Смотря... А вот что касается спортивного отпуска, как часто приходится, допустим, раз в год, раз в полгода уходить на отдых? Это только в основном летом. Да, летом и когда травмы. Да. А так... Так, да. Тренировки и тренировки. Да. А иногда возникают такие мысли, что... Вот, очень сильно я устал, надо будет пойти отдохнуть и пропустить нарочно самостоятельно одну-две тренировки. У меня, допустим, такого нет. У меня, если я не пойду на тренировки, то у меня уже в голове... Чего-то не хватает. Да, чего-то не хватает. Ну что же, дорогие гости, мы на несколько минут прервемся, после чего продолжим наш диалог. Я, құрметті телекөрермендер, арнада әсем ән қабыл алыңыздар. Басынардай еңкейін көрмеген тұлғасын қаудай.
жігіттері, бабамыздың көзі, қазақтың жігіттері, данамыздың сөзі, жатқан байға араған, оқ пенен оқа, қазақтың құлдары, қазақтың өзі. Жігіттері, бабамыздың көзі, қазақтың жігіттері, данамыздың сөзі, жатқан байға араған, оқ пенен отқа, қазақтың ұлдары, қазақтың өзі. Арнада Көкшен ұры бағдарламасы өзімізін арғарай жалғастырады. Байланыс нөміріміз 25-25-05. Құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Не так много времени осталось до конца нашего прямого эфира, но вы все еще можете дозвониться к нам в студию по номеру 252505 и передать приветы своим родным и близким. Ну, к сожалению, дорогие гости, время, к сожалению, подходит у нас постепенно к своему логическому завершению. И прямо сейчас у вас есть возможность передать приветы, поздравления родным, близким, а также передать напутствие молодым спортсменам. Я передаю привет своим родителям, братьям, сестрам, одноклубникам. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Желаю подрастающему поколению набираться опыта. Хочу передать привет моим друзьям, кентам с района, с геологи. Салам алейкум. Ну что ж, большое спасибо. Мы с вами прощаемся. До скорых встреч в эфире. Мы, в свою очередь, желаем вам удачи, отличного настроения и дальнейших спортивных успехов. Жігіттер, бізге эфирге келіп, ондай сұхбат бергендеріңізге көптен көп алғысымызды білдіреміз. Алдағы алар белестеріңіз биік болсын дегіміз келеді. Көптен көп рахмет. Келесі кезекте біздің әріптестеріміз дайындаған «Сіз білуге тиіссіз» атты танымдық айдарын өткізіп алмаңыздар, құрметті телекөрермендер. Одна из самых полезнейших и умнейших рубрик эфира. Внимание на экран. Бүгінгі айдарды біз сіздерге ұялы телефоныңызды қауіпті деп санауға үш себеп айтамын. Бірінші, канцерогенді болуы мүмкін. Халықаралық денсаулық сақтау ұйымы ұялы телефоннан шығатын көзге көрінбейтін электромагнитті толқындарды осылайша сипаттады. Ғалымдар қауіпті аурулар мен телефонның толқындар арасында тікелей байланыс тапқан жоқ. Дегенмен зерттеулер жалғасуда, ал мүмкін сөзі қорқуға себеп береді. Ғалымдардың жүргізген зерттеулері бойынша адам ұялы телефонды қолданғанда оның миы басқаша жұмыс істей бастайды. Бір сағаттық әңгіме нәтижесінде телефон қойылған жақтағы мидың бөлігінде көбірек
глюкоза алмасуы болады. Бұл зерттеулер әлі жалғасуда. Мамандар бұл факт адамның денсаулығына қалай әсер ететін айталмай отыр. Алайда телефон миымызға әсер етіп, жұмысын өзгертетіні рас. Соңғы жылдары бас аймағында ісіктерге шалдыққандардың саны өскені белгілі. Дәрігерлердің көпшілігі бұны ұялы телефонмен байланыстырады. Ұялы телефонды тастауға асықпай, кейбір шараларды қолға алсаңыз, оның жаман әсерінен кішкене болса да сақтана аласыз. Ұялы телефонға құлақ қап жалғап, сол арқылы сөйлесіңіз. Телефонды қалтада, белдікте ұстамаңыз. Телефонды қолда ұстап, жастықтың астына салып ұйықтамаңыз. Мүмкіндік болса, қоңырау шалғанның орнына хабарлама жаза салыңыз. Желі ұстамайтын жерлерден қайта-қайта телефон шалуға тырыспаңыз. Бұндай кездері телефон одан бетер көбірек толқындар шығарады. Балалар электромагнитті толқындардың әсерінен көбірек зиян алады. Сондықтан кішкентайларға телефонды бергеннің алдында оны автономиялық режимге қойыңыз. Дорогие телезрители, не так много времени осталось до конца прямого эфира, но у вас все еще есть возможность дозвониться к нам в студии по номеру 252505. Құрметті телекөрермендер, біз тікелей эфирде жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін 25-ші ақпан және де қыс айының аяқталуына да аз ғана уақыт қалды деп айтсақ болады. Бірақ күн райының қалай ауысатындығы әлі де белгісіз. Және де күн әр күн сайын құбылмалы. Сондықтан да құрметті телекөрермендер, қазіргі ақпан айының соңында күн жылынуы ол алдамшы деп айтқым келіп отыр. Сіздерге әлде ауа райының өзгеруін қадағалап отырыңыздар, және де денсаулықтарыңызға абай болыңыздар. В самом деле, зима уже подходит к концу и наступает весенняя пора, но весна, как мы знаем, начинается не сразу. Сначала должен пройти этот промежуточный итог между морозной и стужей, и уже как раз-таки, да, когда будут расцветать цветы, когда уже начнется такое летнее, теплое, отличное настроение. Но, что нужно при этом учесть? Нужно учесть то, что весна, погода обманчива, дорогие телезрители, поэтому не забывайте продолжать тепло одеваться, потому что если даже показатели термометра будут повышаться, это еще не означает, что уже пора скидывать себе зимний пуховик и начать одевать что-то наиболее легкое, простое и, соответственно, уже менее теплое. Вот, насколько я помню, в позапрошлом году, конец февраля всегда отличается друг от друга. Где-то очень сильная сряка, где-то продолжает мести буран, где-то, допустим, продолжаются наступать морозы, и по сравнению с прошлым годом, в этом году, даже брать неделю назад, когда уже почти все начало таять, неделя это опять обещает быть очень-очень холодной. Ну, не прям морозы, конечно же, но градусов такие 18-15 синоптики обещают. Ну и прямо сейчас более подробнее ознакомимся с прогнозом погоды. Внимание на экран. Ардақты ағайын, шынымен де бүгінгі эфир барысында көптеген танымдық ақпараттық дүниелерге байып қалдық деп есептеймін. Тарихта қандай оқиғалар орын алғандығын және де мәдени жаңалықтарымызбен бөлісіп, сонымен қатар спорттық жаңалықтарымыз жайында да сіздерге ақпарат беріп өттік. Бізбен бірге
бір жарым сағат уақыт бойы денелеріңізді шынықтырып, ойларыңызды дамытты деген ойдамыз. Және де ең басы кикбоксинг спорт түрі жайында көптеген ақпараттарды білдік. Және де егер де сіздердің балаларыңыз осынау спорт түріне қызығушылығын оятып жүрсе, спорт түрімен айналысуға кеңес береміз. Өйткені бұл спортпен айналысқан адам салауатты өмір салтын ұстанады, және де бос уақытын жай өткізбейді. Действительно, полоса, не могу с тобой не согласиться. Кикбоксинг в нашем регионе, конечно же, очень молодой, но уже динамично развивающийся вид спорта. И, конечно же, с такими спортсменами, которые побывали у нас сегодня в гостях, несомненно, этот вид спорта получит свое хорошее начало и светлое будущее. Өкінішке орай, Иван, бүгінгі эфиріміздің уақыты аяқталды, және де құрметті телекөрермендер, сіздердің күндеріңіз сәттілікке толы болсын, және де аптаның басы сіздерге берекелі болсын деген ниетпен біз бүгінгі эфиріміздің шығарылымын аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ну вот и подошла к концу наша утренняя передача Кокшенеры. Смотрите нас каждый будний день в 7 часов 30 минут по местному времени. С вами был Иван Дубейко и Балуса Жексабай. До скорых встреч в эфире. Ахная за ушумен, қорғаған бабамның, үлгалы сенен, алға-алға. Алға қазақ жігіттері сенім артқан, жансың қалып үміттері. Жансың қалып үміттері.